Карибай. Самый лучший. Сейчас будет стрим, йо. Я пока завершаю настройки, скидываю. А вы... Трансляция. О чем же будет? Самый топ. Если он вас разочарует, то ваши ожидания — это ваши проблемы. Нужен ты. Вот так вот. Что, никого не было? Хорошо, что никто не слышал. Там открыть. Так, значит. А теперь погнали играть на импе. Отдаться каждую. Три или четыре. Это будет. Раз, два. Помет. Всем чмоки, Фаль. Эдики пишут, и тебе, Фальконя. Да, стираю имбу. Имбе тупо коту. Да, точно здесь. Че мекс. Играю мекс. Файндер. И одна. Он будет все-таки отказывать. Очень понравились томаты для моих кривых. Они осенние. Так, это. По три. Пере. Корны в игре. Шериф. Она в игре. Лайтриф. Лучший Лайтриф. Понятно, лучше Эриксы в игре. Лучший Хайлендер в игре. Эрикс или Хайлендер. Не знаю. Шикин. О, лучшие Хайлендеры в игре будут Лайтрифлы. Так, так. Пятая карточка. Что? Пятую карту. Пятый слот. Такого, чтоб прямо аж до зубов пробирало. Кинжа. Жили Эриксон. Эриксон. Не лычкован. Так, да, и здесь ошибка транспорта. Я
четвертом. И это понятно. Келтик. Андап тоже. Равин убрать. Я. Добавить. Контаса. Добавить. Две карты юнитов. Эску. 12. Да, еще одна причина, почему стат имба четная, как это важно. Он да. Еще одна карта, либо одна карта разведки, либо еще один верт. Я на рад беру. Радская. Отского нету. Да. Кованый койота 45, пожалуй. Стал себе. И сразу же нет. Тоже синих. И тут синих. А все играют здесь. Похоже, придется создавать свою. Мониторю, может, 1300. Оп, да откуда они все взялись? Откуда они все понабирали? Привет, Туту. Как сам, йоу? Как жена, дети? А сегодня имба. Лучшая. Эка. Эка. Порядок. Добрый день, Фуф. Сегодня у нас. Чтобы игру найти бы здесь. Вообще нет. Так, а если не так сделать? Это было первое. Это в конце. Это в конце.
Это не срабатывает. Как-то я пробовал собрать общий нарад, и в итоге получился американец с датсом. Да, все верно. И все сделал абсолютно. Отдаться каждый такой делает. Да, все разбежались. Нету, скажите. Если бы тело не выходило, давно уже стали. Вывод у вас тело. Просто чем? Николай, я ишь хватку. Позже приходишь. А раньше всегда первый был. Всем привет, кто подтягивается. Гейм. Будет концерт. Да, 15 минут в клубе. Максимум 15 минут. Там можно и перерыв пойти. А вот стрим. Черт. Хорошо держался. Долго держался, микро пропадал. Спасибо за подсказку. Посмотрим. Да, я видос записывал. Новый, лучший. Менял настройки. Точно, здесь сменились настройки.
Спасибо за подсказку. И не вернул обратно. А видос выйдет после стрима. Это будет самый лучший видос, который я выпускал за весь этот год. Да. Я бы сказал, лучший видос. Не стрим, а видос. 2023 года. Сейчас в Красноярске практически нулевая температура. Все тает, дома жарко, постоянно в сон клонит. Посреди января лето началось. Николай, ты все правильно понял. Фальконер, открой окно. Фальконер, жарко, а не душно. Жарко. Сначала открой окно, потом выпей кофе, потом быть мужиком. Топовый совет. Топовые. Но я бы еще бы с удовольствием бы там группу запустил. Четвертым советом. Я. Че, опять Фальконер задушил тебя, да? Своими рассуждениями. Фальконер, а я думал, ты дружелюбный. А ты все просишь окно открыть. Если что, оно открыто уже. Я не знаю, что такое кавитация. Это как Генри Кевилл, только Генри Кевилл. Или Кавит. Кевит. Не важно. Так, Миксон. Да, чуть не пропустил. 7%-ника. 45 и выше, даже 40 и выше пойдет. Николаевич ворвался, сейчас будет Бустарда наказывать. Но у тебя сегодня, Николай, ничего не получится, потому что я на имбе сегодня. Магман, отлично. Поехали. Будешь орать, еще потеплеет. Зачем мне орать, Фальконер? Не вижу ни одной причины орать. Пока. Да, Йола тоже на имбе, кстати говоря. Я буду тупить в катках, и ты будешь гореть. Звучит как угроза, Фальконер. Это... Я взял твою жопу в заложники. Если ты не будешь гореть, нет. Если ты не будешь тупить, я буду... Я ее сожгу. Или что-то в этом духе.
Так. Так, а что мне делать-то? Я ж на имбе. Ладно, поехали имбовать, раз на имбе. У меня есть койоты. У меня есть кобры. У меня есть дапы. Келтиков нету, но есть дапы. И лучшие мексосы в игре. Как-то так. Получается развертывание говна? Конечно же. Но... ладно. Говна так говна. Мы ж на имбе. Даже таким затащим. На изичах. Пытаюсь понять, как мне здесь воевать-то лучше. Я так вот, настолько имбовая дека, что даже нет юнитов для выполнения моих задач. В смысле, не дека, а дека плюс развертывание. В общем, неэффективно вложил часть поинтов. Скорее всего, первым делом куплю патрики. А потом все остальное буду добирать. Там еще посмотрим по ситуации. Если ситуация сложится в мою пользу, я возьму патрики. Если начнется какая-то душниловка, то патрики потом. Опа, 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 масс-роверы в атаке. Отлично. Да, детка, мой одаренный друг ничего не отправил на мид. Мид он не контролирует. И это тоже прекрасно. ВП-хой, пускай ниндзя разговаривает, а дапчиком я такую МТВ-ху. Найс, чел вообще ни одного юнита не отправил сюда. Для рекона. Угу, Адас еще не переехал. Ох уж этот отдац. Как будто бы он никуда и не спешил. Куда ты попёрся, мучудила? Пусти мою пехоту вперед. Мудак, блядь. Ты еблан или чё? Просто взял, блядь, рифлов на морозе оставил. Ну,
Ну давай уже, чудовище. Пока они штраф по морали не получили. Мутант. Николай, ты чё? Николай, мы не сливаемся. Мы играем. Так, все, птуры приехали, птуры важнее. Я ухожу теперь из кварталов. Ну давай ему, чудовище, сделай уже хоть что-то. Пиздец. Пырь какой-то. Так, Лангбой и Патрики. Посадил, наконец-то посадил. А, это не Николай был. Это другой бушку привез. Писос. Мудила с Нижнего Тагила. Пока с ним возился, блядь. Мне танки въебали. Хуёво, когда у тебя союзники, долбоёбы. Надо найти эту хрень и добить её. Ха-ха-ха-ха-ха! Я нашел эту хрень и сейчас будут добивать. Ха-ха! Тунгуска минусом. Тур на позиции. Там, где от Нева было, Неву добить на рандомчике. Отлично! А, я не вижу смысла покупать что? Патриоты? Буду покупать что-то другое. Союзник маленький неадекватный, играет свою игру абсолютно. Вообще не смотрит, что происходит вокруг него. Здесь уже погибли все тяжелые танки, погибло ПВО. Чел не вдупляет абсолютно. Что он может сделать, что он должен сделать. Неадекват. Так, где 84-ки, можно их съесть. Отдац! 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 Ты каждую деку делал лучше! Сука. Чё за ублюдок, блядь? Взял из-под лангбоя, вытащил виху 84-ку. Ну ты, ёб твою мать. Как я бомбанул. Сука! Чел сделал все, блядь, в раскоряку. Не на свою позицию приехал, не взял, блядь, свою зону. Вытаскивает у меня фраги. Зачем, блядь, ты 84-ку-то атакуешь, чудак? Человек. Тебя это вообще как ебет, что там с ней происходит? Мудовище. Свою зону забери, блядь. Потом мне помогать начинай. Вернее, мешать. Снабжения нету на чуматах. Нихера нет. ДПСа нету. Танков нету. 1К190. Иди, блядь, вперед, мудак. Я на имбе. Не ебет. В чем плюс лычкованные арты? Ни в чем. Я не знаю, правда. Нету лычкованной арты каких-то таких плюсов, что прям... Брать и все. Кажется, успел, но не точно. Да, успел. Got
Нахер ты на эхо прешься, ублюдок? У тебя своя задача, блядь. Ублюдок Уимару Шики тащит на эхо. А дац, кстати, с игре закончился. Но у меня есть еще томаты. Походу, Николай. Да, Николай потерял веру в победу. Начал покупать воздух. Тупорылый совершенно союзник попался. Настолько, насколько это вообще возможно. Свою задачу не выполняет. И мне мешает при этом. Да. Пока я тут ставил маркеры, мне выбили зону. Давай уже, блядь, вперед, нахуй. Команд ебаный. Блядь, только деньги впустую тратит, урод. Ой, ебанько, нах. Просто ебанько. Я посижу, потуплю, пока он не сольется. Потом буду воевать сам. Сюда вытащил, блядь. Сюда вытащил. Нигде ублюдка нету. Только мешает. Можно было так хорошо проломить всю эту историю. А, долбоеб размазался по карте. Ну давай, блядь, вперед нахуй уже. Чё там, в чем проблема? Армии, блядь, нету. Попробуй не сливать поинты зазря на эхо. Там тебе делать просто нехуя. Это своя задача, которую ты выполнять должен. А не дрочнёй всякой заниматься. А Макману похуй. Он на 300 поинтов купил воздуха. И мы вместо того, чтобы это реализовать, сидим тупим, блядь. С долбоебом на пару. Лонгбой заряженный? Еще нет. Сейчас будет шанс наконец-то камбэкнуть. Есть два Куимару, я у него заберу эти Куимару. И можно воевать. А, это, нет, мне попало, досталось. Отлично. ПВО в наличии. Найс. Во! Скандинав вылетел. Сейчас пошла катка. Вот сейчас катка поперла. Так, это сюда. Это так делать. Одну ракету откинул. Тоже пойдет. Одна ракета, это тоже промазала ракета. Полудурок. Тратит зря поинты впустую. На эхо никого нету, на эхо ничего делать не надо. Было. Он туда притащил всю армию и там ее оставил. А потом КВ всем будет рассказывать, как он топ-танк заборол. Так, здесь у нас еще есть лонгбоу. Лонгбоу на базе так до сих пор заряжается. Че, вытащить его незаряженным, что ли? Типа, а че такого? А не, лучше заряжу машинки. Так, и второй нетхавк. Поехали.
Вот они, вот она сила Мексосов. Наравне с 87-м работает. Сейчас победит. Сейчас победит. Ну почти. Он пытался. По крайней мере, он пытался. Николай, ради сатаны, откажись от дерьмовых танков, пожалуйста. Не покупай больше столько говна. Хотя бы ради сатаны. Понимаю, там уж ради бустарда и пальцем пошевельнуть нельзя. Есть же еще и сатана. Там Макман представляет себя Гагариным. Летает туда, летает сюда. Но только толку от этого не будет. Они землю потеряли. Николай там все пытается говнотанками играть. Не получится. Ничего не выйдет. Ты меня пробить не можешь. Так, кэшем. Надо было танк отвезти, починить. Они же запомнили, где он был. Веселый бустарт. Нет, бустарт на имбе. Бустарт сделал новый видос. Дудя. Новый видос бустарт сделал. Лучший во всем этом году. Вот. И данный стрим посвящен этому виду. Это сюда, а вот этим будем работать по засвету. Чё себе там танков прёт югославских. Чёрт! Это был мой любимый лонгбой. Таких как он много, но это был любимый. Там... Да, надо помочь немножко, Йола. Вот теперь нелюбимый лонгбой вперед придется отправлять. Не успеваю немножко законтраливать. Да, здесь надо убрать, отпустить АТГМ. Не успеваю. По не то, чтобы я пытался успевать. Но это другой вопрос. Ну чё, Николай, ну чё, Николай, готов? Готов свои танки стрёмные вытаскивать? А у меня отдац есть. Ха-ха! Да. Ебать! Он промазал! Серьезно, он промазал, пацаны. Все, я могу теперь играть в казино идти. Мне нереально везет. Кажется, Макман решил, что он Путин. И теперь он будет летать до Талова. Немножко не так работает. Ну да ладно. У меня много денег, я не знаю, куда их потратить. Чуваки как бы не совсем на карте.
Конкурс ПТУР. Ладно, пошли заберем тогда участок. Раз, два. Обязательно имба-пехота. Обязательно лучших мексосов в игре. Чуть-чуть. Тут лучшая разведка в игре обосралась. Ну и ладно. Естественно, это ГГ, чел. Ты можешь и не заходить в игры, если собираешься тупо летать по воздуху, не приезжая по земле. У меня еще где-то лонгбой был. Вот он, кстати говоря. Да. Вперед. Все выше и выше и выше. А еще я могу отправить имбы сюда. И забрать треугольник. Я же говорю. Я же сразу сказал. Дека, имба. Николаевич пытался, но типа, если ты уже потерял тяжелые танки, пытаться восстановить игру восьмидесятками бессмысленно, когда оппонент абьюзит именно топы. Мне досталось два Куимару от союзника, и два Куимару это сильнее, чем любой танк, который ты можешь вытащить вплоть до УМ. Так, уменьшение разброса, тире большая точность. В чем плюс лучкованной арты? Уменьшение разброса, большая точность. Там уменьшение разброса, повышение точности, оно идет очень несерьезное. Ты получаешь сужение круга на несколько процентов, а при этом теряешь целый ствол в среднем по палате. У тебя две мсты, которые будут работать как не в себя. А есть возможность лычкануть, получить одну мсту, которая будет стрелять на 3,5% кучнее. Есть разница получить 100 плюс 100% урона или плюс 7%. То есть плюс ли это? Спорно. Ноль скилла бустард. Абсолютно верно, Николаевич. Дека настолько сильная, что я даже закрыл, заизал себе глаза, пока и когда играл. Даже А38, 0380 не смог мне помешать. Это просто финиш. Чувак занимает мои точки. Чувак лезет на мою позицию. Переезжает на эхо и не выполняет свою задачу. Ой, такое редко увидишь. И потом еще под конец мои фраги стилит. Лонгбой зарядился. Я помню про лонгбой. Чава, но он мне не нужен был. Там убивать некого было. Пойду еду для видоса закупать. Да, это хорошая идея. Так вот, возвращаясь к арте. Мы очень много теряем, а получаем небольшое увеличение кучности. Даже не точности, а кучности. Которая может идти еще и во вред. Порой ты берешь арту, чтобы бить по площади для стана. Но когда ты бьешь по площади, чем больше площадь, тем лучше. Такое ощущение, что они пвпшными деками играют. Что? В смысле, один на один деками, дуэльными? Запросто. Давайте, кстати говоря, мы Николая подрочим. Он что-то подзаебал катать какие-то Т-64Б, Т-80. Прочую херню. Я только сейчас вспомню, как реплеи-то доставать. Где они хранятся. Да, вот она репка. Сейчас достану деку Николая и буду Николая дрочить. Камон, давай. Не тупи. Так, все. Даже РЗСО ствольная арта. Мортары можно брать по поверхней лычке. Чтобы точнее работать. Ну такое. Такое. Вот, дека Николая.
Значит, тут все в порядке, тут в порядке, тут в порядке. Претензий у меня нету. Здесь претензии. Нахер тебе 172К? Но типа это нормально. Это не проблема. Это можно вогнать в лычку. Можно не вгонять в лычку. Не знаю, насколько правда отказ от К-52, но пусть будет. По вертам все в порядке. По самолетам СК это у нас гасник. Все в порядке. Танки. Танки. Вот она, танковая. Там под конец 80-ка. Вытаскиваешь, ой. То есть буквально один юнит. Выгоднее иметь два урагана, чем один. Да? Николай, за то, что ты обузишь дерьмовые юниты, которые ничего не делают. Ты вытаскиваешь Т-72Б и ничего им не делаешь. Вот. От 72-ки только потерял кучу поинтов. И 80-ки в большинстве ситуаций твои тоже были неуместны. Так. Обязательно отдаться. Обязательно отдаться. Отдаться любую деку делает лучше. Обязательно лучше Эрикса в игре. Он двух будет. И лайт рифлы. Картинки юнитов поменяли от обновления или модификации? Это модификация от виртуальной красной армии. Ты можешь пройти в описание. В описании ссылка еще пока висит на стриме. Да, и не забывай, есть еще модификация от мистера Бобра на цены юнитов. Все считают, что на флаге, на самом деле на цены. Так что в названии отображался флаг. У меня есть отдаться, у меня есть два танка, миномет, пехота, койоты. Какой хуйни я еще могу взять? А давай. А давай. А миномет через 15 поинтов. Вот здесь опасно оставлять 25 очков. Каждый тик дает 7 поинтов. 2 тика через 5 секунд, 10 секунд, это будет 14 очков. И останется еще одно очко. То есть мне придется ждать 21 секунду, чтобы купить миномет. Это долго. У меня есть два совка. Один для леса, другой для танковых баталий. А причем здесь то, что ты потерял все 72-ки, все 80-ки на Куймару Шики и Лангбое. Ты потерял все 72-ки и 80-ки на Лангбое. Почему в Нараде есть юниты Канады? Подожди, Йоки, а какие там юниты должны быть? Погоди, 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 погоди. А по-твоему, Нарад это что? Нет, то, о чем ты подумал, это Меркурус. А это Нарад. Америка и Канада. Дело. Кажется, он мне убил все мои танки. Кажется, я остался без танков. А без танков я немного обосрусь.
Опять какое-то мудовище приехало. Где армия на Борисе? Не на Гольфе. Чудик. Я бы на лонгбое и Т-80У потерял. Точно так же, как и Т-80 и просто. А опция там не терять? Нет. Никак, да? БРМ-1К. Идешь ты нахуй. Там какой-то совсем чудик, блядь, он даже не контролирует гольф. Вот сюда разведку не поставил. Вот смотри, Николай, что Абрамсы делают с твоими танками. Т-64 БВ. У них, по-моему, даже догоняют. Вообще в одну калитку. Это вот то, чем ты пытаешься воевать. Будет самая душная игра за последние 30 минут. Так, как это высадить? Хочется пореконить, но с другой стороны, что-то так впадло. Это прям, впадло. Там реконить кого-то. Поехали смотреть койотами. А, он туда что-то привез. Значит, придется сначала отработать. Чем-нибудь. Ага. Он со всех сторон прет. Давай, начинай вызываться. Мудила. Опять начинается. Хорошо. Он начал сливать. Поехали. Да, минус все. И теперь можно вызывать лучших Canadian Rifles 85-х в игре. И работать ими. Вот тоже 72С1 аналог твоих танков, Николаич. Это я разбомблю. Canadian Airborne тут есть. Еще помаркирую чуваку, может, до него дойдет наконец-то. Эй, сдыхать-то зачем? Сдыхать-то не надо. Жаль. А это кассетки. А я раненый. А я уехал. Ха-ха, лох. Спросим союзника, будет ли он помогать мне. Абрамс в панике.
И подождем, когда он начнет вызываться. Я один не собираюсь тут протаскивать. Так что я подожду. Эй, давай, все, хорош уже. Хорош, настоялся в панике. Отдаться. Откуда светится отдаться? Откуда светится отдаться? Сюда, что ли? Откуда светится отдаться? Не знаю, похуй. Откуда бы не светился. Откуда бы не светился. Меня вышибают. Я не знаю, стоит ли пытаться. Я не хочу пытаться вот цепляться за этот участок. Вроде как стоит. Подожду еще немножко, да, наверное, ливну. Пули. И Патрики. Слишком много начал летать. Похоже, Адац не светится. Похоже, Адац просто... стрелял. Вот. Союзник тупорылый, что пиздец попался. Не понимает намеков. Ну, ладно. Ладно. Сделаем такой намек. Все-таки есть подозрение, что он ко мне в тыл прокрался. Вот есть такие подозрения. Отличные от нуля. Как будто бы он меня высвечивает откуда. Так, что там, союзник, закипишевал? Чё пока нет. Сидим, ждем. Сидим, ждем. Потихоньку выдавливают меня. Хочется что-то ответить, хочется как-то повоевать немножко. Но тут уже прямо на лицо чуваки садятся. Ладно, я уезжаю на респ в таком случае. Спасаю все, что можно спасти. И буду сидеть на респе. Это тоже все сюда, это сюда. И сидим, ждем. Пока до ебанька дойдет. Тан-тан-тан-та-дара-та-тан. Где мои танки? Вот мои танки. Все. Сидим, охраняем респаун. Бустарт, когда ты успел стримов енотика насмотреться? Да я давненько его смотрел еще. Еще когда ты не знал ничего про енотика, я уже его смотрел. Как бы не использует Т-64 БВ против Абрамсов, тем более на такой дистанции. Ну как бы, Николай, ну что ты, ну что ты рассказываешь? Ну вон тебя в прошлой игре ПВХи 62-ки. Или 70 ли двойки, неважно. Мы погибали в любых количествах. Правда, не от Абрамсов, а от Куимару Шики. Еще раз намекнем. .370 очков в запасе. Я тоже заберу, кстати говоря.
Это я тоже заберу. Сити-поинтер где-то здесь стоял. И кто-то меня высвечивал. Возможно, здесь был... Разведверт. Да, чел ливнул, все, это ГГ. Печально. Печально. Опять кого-то дегенерата подкинули. И игра сорвалась. Обидно. Ну то было против Куймару, а не Абрамса. Давай хорошо, Николаевич. Давай смотреть репку. Давай смотреть репку. Просто это посмотрим. Просто увидим это, и ты поймешь, чем прикол. А, нет, нету репку. Другую. Так, вот это. Оп, мисклик. Я не специально. Напоминаю, для всех новоприбывших, Бустард сделал самый лучший в этом году видос, свой новейший. Он выйдет после трансляции. Вот. А для поддержки этого видоса, нынешний стрим, вы все еще можете заказать деку. Если у вас есть такое желание. Но главная тема — это тема сегодняшнего будущего видоса. Чем мне нравится использовать Т-64БВ? У него пушка как у Т-80У и Т-72 образца 89 года по пробитию. Сейчас посмотрим. Я ж проверю. Я ж проверю. Так... Т-64БВ как 80У. Здесь у нас 23 на 65. Это достойная пушка. Видали? Пехота ездит на танках. Знаете, как это сделать? А я не скажу. Вот, Николай зашел, противника не встретил, часть юнитов слил, часть юнитов нет, тут мудовище меня убивает. Подъехал, воспользовался заминкой, забрал две машины, хорошо. Одного браху БУху потерял, а здесь не повезло с Тунгуской. Минус две БУ, все, пососище. Что теперь делаем? Дефаемся на браво, выкупаем Тунгуску и ждем, когда Магман решит поиграть по земле. Макмана нету, вот тут только Тунгуска и Осушки. И перезакупаем танки. Вот они наши 64-ки БВшные. 20 пробитий, это примерно в 6 раз больше, чем 23 на БУшке. И они шотают любой танк. С дистанции 2100 они даже могут единичку урона нанести Куймару Шики. При том, что Куймару Шики разносят БВшки двух шотов. Так, вот они, БВшки, приехали, 64-е. Так, приехали. Стоят, все еще едут. 31 минута. Купили в первый бой. Битва с К-1. Сразу же отлетает кабинет. Дальше. Вот здесь 80-ки нужны были. Дальше. Чел вываливается из игры, и теперь за дело берется, собственно, сам Бустард. Т-64БВ. Так. Пэм от Кавки отлетела. Все, там Куймару дал шот. Кавка дала шот. 120 поинтов. 80-ки сделали бы то же самое все. Приехали 80-ки. Нет ни разведки, ни пехоты, но есть 80-ки. Пэм, минус 1. Отлично. Дальше, поехал сливать 64-ку БВшную. А где армия? А армии нету. Вот БВшка погибла, вот 80-ка погибла. Разведки нету, опять приезжает отряд ВДВшников, отряд ВДВшников сейчас сдохнет. Бам, Куймару. Бам, Лангбой. Бам, еще Куймару. Все, ВДВшников нет. 64-ку я пропустил, как она сдохла, ее тоже нет. Просто бойня, Николай. Наконец-то подъехала разведка, наконец-то пошли пацаны в треугольный лес.
Манна небесная, Макман купил танк. Когда игра уже проиграна. Вас здесь удержал ваш Юга Френд. Купил здесь две 84-ки. Меня на фронт удержался. Вот, что у нас получилось в итоге? 4 80-ки, 2 72-ки, которые не убили ни хрена. Отлично. Так это и было. До 80-го года красный прям значительно сильнее. Я бы не хотел против стака биться. В таком формате. Прям засал. Прям да. Надо деку сейчас собирать под эту деку. Желательно команду иметь. Что мне еще есть из имбы? А. Я не протяну. Я не протяну на этой деке. Фальконер испугался, убежал. Боишься гнева бустарда? Боишься? Что Италия? Юки, что Италия? Да, Италия, заебись. Что Италия? Какие люди зашли в гости? Я что-то давненько не пиздился на гольфе. Прям давненько-придавненько. И вообще-то я бы попиздился бы на гольфе. Да. Обязательно взять Адац. Адац каждую деку делает лучше. С этой стороны. Чуть джевелин в придачу. Пускай будет два койота. Бам-бам-бам-бам-бам. Я оставляю. Увезу в тундру. Делаю то, что не делал уже много лет. Такого развертывания я не делал много лет. Там чел из команды Инотика, дави его.
Николаич, ты нас предал, что ли? Ушел к енотику. Зачем мне давить чела из команды енотика? Странный, одинокий Леклерк. Ну, посмотрим. Посмотрим. А потом еще посмотрим видос новый бустардовский. Это новая звезда енота. Понятно. Завидуете, пацаны, да? Что он в команде енота, а вы нет. Зависть — плохое чувство, чуваки. Не надо так. Чуваки, белогривые лошадки. Привет, Бисмар. Там Николаич будет гачибаситься. Зачем они идут на Браво? А зачем они пошли на Браво вдвоем? Не понял прикола. Это новая тема от енотика. Вот он. Вот он приперся. А чё, а зачем на Браво было идти? Рановато залил G-Drive. Юнитов еще не выставил деф. После рекон верты. Сюда это, сюда это, так. Это так. И сейчас мне надо вычислить его, где он стоит. И чтобы еще у меня стояло. Да, его много прям. Я уже потерял полтанка, надо отступать. Хорошо, чувак вытащился, прям очень жирно. Прямо очень жирно. Так, здесь надо Мексас вытащить. Лучший Мексас в игре. Простой Мексас не сканает, а вот лучший в игре сканает. И вот так еще.
Мой лучший в игре отдаться так и не сработал. Подкрепки еще прислать, что ли? Подкрепки. Да блин, не хочу подкрепки прислать. Но надо. Как же его много. И как же он ничего пробить-то не может? Так, сюда еще пехотки. Грузовичок едет. Едет и едет маленький грузовичок. Хорошо. Как же женши всасывают. Бог ты мой. Хорош обузить аэр. Я тоже умею обузить анти-аэр. Ваншот, найс. Аддат спас мир. Да, теперь я хочу пехотки. Теперь мне стало понятно, что мне дальше делать. Теперь я хочу еще пехотки. Здесь пока стоим, тупим, ждем. Здесь мне надо дождаться отката игла Д. Чтобы игла Д откатился, я мог бахать. Откат игла Д. Едет, едет маленький котобус под названием фирмы Kia. Чё, где? Я готов биться! Выходи на бой! Я тебя жду. Кажется, в кварталах, пацаны. Да, решили закончить преждевременно свою карьеру. Простите, если громко. Это палевно. Это палевно такие стейки вызывать. Разово. Как же мне опять снабжения не хватает? Тут мой косяк. Я не докупаю. Да хорош! Куда ты поехал? Взял такой, объехал меня. Вообще чувака не запарило. Молодец. Молодец. Классно было с БМП-техами. Можно еще, кстати говоря, взять чувачков, привезти.
А что ты скажешь на это? Бэм! Жаншисты никак, да? Жаншисты никак. Сюда еще по центре. Все, минусом. Как-то себя на фланге прикрыть и еще докупить дополнительно ПВО. Денег все равно нету на это сраное имбу, которое каждую деку делает лучше. Ну хоть что-то докупить уже, просто хотя бы что-то. А все, все, бронепробитие уже не хватит лушандуем. 21-го. ВДВшников надо вперед пускать. Так, подкрепление я купил. Нет, подкрепление не купил. Еще два таких чувака. И еще пехотки. Чуть-чуть, нет, это рано. Пока рано. Надо маленько размонситься. Всей фигней этим уйти, сохранить чувака на как можно дольше, этим выйти сюда. Опа, вон они, ВДВшники сраные. Вот она проблемка-то и возникла. Сюда придется переводить. А, вон, уже едут. Уже едут подкрепы. Там джедрай спокойно забирает Браво. А Браво там армии особо не будет. Джедрай спокойно забирает Фокстрот. А джедрай спокойно забирает мое сердце. Да, мою любовь. Вам не в тапки срать. Однако ж. Спалился. Куда мне бомбануть? Не знаю. Для начала надо купить противоблётку и еще укрепить базу. Узнаем мы всяких там читерков и чизерков. Нет, я вспомнил стримопалов просто. Не обращайте внимания. Еще обойти фланг. Это сюда поближе. Во, куда надо вылетать. Снимать эту группу, эту тусовку всю выхерачивать. И больше подкрепления сюда проходить не будут уже никогда. А тем временем Мексос назад. И еще один Мексос докупить. А что-то и бомбить-то здесь ничего не надо, по сути. Вычинить пацанов и все. Да, я зря бомбанул. Вообще зря. Опа. Приехали танки. Отступаем, чинимся. Отступаем и чинимся. Так, сюда, это сюда, это тоже сюда. Там очень много. Николай приходит на подмогу. Николай, помогай. Ха! Это надо продавить зону. Там две БУхи. Ну, джедрай справится, я думаю.
Не-не-не, так это маленько не работает. Ты фланг не контролируешь. Тебе сначала надо убедиться, что тебя не прострелят в бортину. И только потом выкатываться. Понимаю, что... Там, Д'Артаньян, все дела, но... Сейчас игру себе закончил только что. После такого уже не камбэкнешь. После такого уже не камбэкают. Мне надо все это вычинить каким-то макаром. Минус Мексас, плохо. Сюда переправлю тогда. И еще хочу стак элиты. Стак элиты, стак элиты и сталион следующим закупом. Еще Николай подтягивается, блин. Отступить. Отступить, пересобраться, зачиниться. Очень большое количество мяса. Пока не отремонтируюсь, вперед там делать нечего. Наконец-то они убили эту хуйню. Сейчас можно проходить в перде. Поздно. По себе убьешь, по себе бьет. Николай, кажется, опять взял карту. Николай, Николай, улыбнитесь. Ведь улыбка это флаг Пиндостан. Самые лучшие Canadian Airborne в игре, они у меня. И пытаться их бить не лучшими Canadian Airborne'ами бессмысленно. Шутка. Я так, если что, на G-Drive надеюсь, что он поставит кэшемку, но мне уже может самому вытаскивать. Какое большое преимущество. Большое, да небольшое. Я еще не отчинился. А чё ты куда побежал-то? Давай биться. Давай биться. Все, Макс ливнул. Теперь Николай, да, Николай тоже сразу же следом вышел. Отлично. Отлично. Вытащил много мяса, но мясо ничем не поддержанное, урон никто не наносит. Бронепробития нету. И как бы, ну, ладно, мясо и мясо. А у меня два топ-танка. Постоянно работают. Николай, немножко тоже не понял, что происходило. Надо реплей посмотреть. Да и он армии обходит, ты двумя рифласами. Он обходит, и нет, Бисмарк. Я вообще не понял, о чем идет речь. Наверное, это не мне было все. Что-то я больше не хочу играть. Спасибо за игру, Николаевич. Хорошо покатали. Мог бы образ на Фокстрот перевести и уже под крепы выйти. Не, я не хотел. Хотел так гачебаситься. Дело в том, что у меня пехота сильнее.
Там едут какие-то мудаки спамовые. А у меня Canadian Airborne. Не лычкованные, правда, но это Canadian Airborne. Лучшие Canadian Airborne в игре в принципе. Других лучших Airborne'ов нету. Шучу, если что. Если что, это шутка, не воспринимайте всерьез. У Эрикса 25 пробой, Airborne'ов 20. Эрикс пехота хуже режет. Ну, прикрышка нужна. Так, чатик. Не знаю, что-то в чатике происходит. Это тебе. Ты ломишься в лоб на кварталы, а он постоянно обходит. А как он меня обходит, если я ему разматываю обход и ломлюсь на кварталы? Я контролирую кварталы, я ему подкрепление отстреливаю так-то. Так, Николай. Вот так лучше не делать. На два фланга лучше не развертываться. Да, там поинтов немного, но они поехали. А здесь хорошо по спамчику, но урона не хватает. Там Николай наломился на пустое место, G-Drive его в ловушку загнал. Николай врывается в лес, а тут в лесу пусто. А потом из леса выходит, там два легиона или клерк на фланге. Перекрестная позиция, здесь Птур. Все, Николай прилип. Это одна из причин, и она же главная. Почему на Фокстрот никто никогда не пушит? Потому что ты делаешь вот так, и понимаешь, что ты остался здесь навсегда. Вот они, погибли по ТЗ-хе, а теперь это все мясо будет умирать бесплатно. Там даже пятипоинтеры танкуют. Опять же, кроме рофлов, Canadian Rifles довольно неплохая пехота. Прямо довольно неплохая. План убить по воздуху Абрамса не удался, я сплитом переиграл. Гипотетически я должен был переигрывать дымами, но переиграл сплитом. И все, а тут просто без потерь убийство всей армии. Тут занял дальние дома, но G-Drive закрепил за собой позицию и пошел в контратаку. Блухи придется убирать, иначе их тут разортят и выбьют. А тут не хватает армии, чтобы удерживаться. G-Drive знает, как располагается Николай, вытаскивает подкрепление туда, где хочет атаковать. И атакуют с двойным-тройным преимуществом каждую отдельную точку. Вот он обходит. Пока он обходит, тратится куча времени. Просто куча. Там уже не обходит, а стоит вместе. А пока это время тратится, я перемалываю его армию. И опять Airborne против Жанши. Еще до Жанши себя вообще не показывают никак. Очень слабо. Просил G-Drive, может тестит. А так, что их тестит, пехота имбовая? Ну и как так получается, что у меня всегда плюсовой размен? Причем частенько я даже без потерь обхожусь. Пацаны выживают, отходят. Местами. G-Drive очень долго выпинывал Николая, но очень эффективно по соотношению цены и качества. 4 к 1 или 3 к 1 соотношение было.
Тупо спам не работает. Нужна еще какая-то тактика. Да, да, да. Узнаю. Плейстайл. Джедрай затащил катку. Да, это не странный нарад, Бисмарк. Это самая имбовая дека в игре после канадской. Так, дальше что? Абсолютно верно, Йоки. Абсолютно верно. О, ВД возьму. Чел, я чуть-чуть, чуваки, я хочу на мид. Можно, пожалуйста, можно? Я беру самую неподходящую для мида деку. Ну, не самую, но одну из самых. И иду на мид. А потом буду гнать на союзников, что они посливались. Так. Раз, два. Три. 4. Миномет обязательно со старта. Стропулю. Да. Пожалуй, 2 Невы. Шалавандру. Хава, у меня танк есть. Нету твоих дек, нету. Бисмарк, не наглей. Я целый стрим твоим декам посвящал. Пацаны старают, донатятся, закидывают эти деки. А эти я просто так взял и стрим целый посвятил твоим, только твоим декам. Чисто из-за моей любви к тебе. Как-нибудь еще поиграем. Ну как-нибудь это, в смысле, примерно тогда же, когда и в Арно. Метафорически. А знаете, что я еще хочу? А я хочу прамы. Почему я про прамы-то забыл? А я про прамы-то забыл, пацаны. Союзник пускай сам себе ПВО обеспечивает, короче. А я такой типа, а я на коне. Поехали. Раз, два, три. Напоминаю, после трансляции выйдет новый видос Бустарда. Лучший в этом году. И единственный.
Так что проходим, делаем просмотры, делаем лайки, все дела. Да, и лайка это не собака, как я думал долгое время. Лайка это кролик. Чем пахнет Лукизи? Да, ты близок. Ты прям близок к истине. Надо ж такое сказануть. Привет, Лукизи, привет. Пап-па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 -
Серьезно? Раш? Это Раш! А, это двойки. На двойки поехали, а чё бы на двойки-то не съездить? 24-й тоже неплохо, кстати говоря. Назад. Бэм, бэм, бэм. И вперед. И поехали. Тут высадиться, тут поехать. Тут поехать быстрым маршем. Так, здесь. Раз, два. Три. Да камон, ну какой команда с пара? Ну ты рофлишь. Блин. Не добил один. 24-й. Черт. Вот это паскудина все запаскудило. Паскудина. Да! Да, я тебя снял, сука! Стропаль, прощай! Ты был мне дорог, как брат. Чел, что ты делаешь? Ну зачем ты мажешь? Глупый танк. Там сейчас ПВО. ПВО надо вырубать, по-любому. Вот по-любому, у меня вертолеты едут. Мне надо быть готовым к этому. Я не понял, сжег я его или нет. Не сжег нифига. А нифига, не сжег. Не. Грустнявка. Одна неудачка. Вторая неудачка затем следом. Тут не попал. И в итоге я в жопе. А ЛСТРчик еще очень далеко. Поехали соколом отыграемся. И допустим, хочу серию.
есть. Еще одна ПВО. Не, не, не доберу. Не доберу зону, увы и ах. Ладно, погнали еще танки вытаскивать. Я думаю, я вытащу темповые машины. И вытаскивать я буду их по одной, чтобы было темпово. Бащ! И ушел. Сука, пидорасы. А, это второй чел присоединился сюда. Второй чел. Вот, кто-то не доиграл на своей зоне, теперь у меня проблема. Здесь чел не доиграл. А, нет, доигрывает. Уже доигрывает. Рочил прямо, ну так мою малину испортил. Чёртовы наркоманы. Бэм! Минус троечка, хорошо. Теперь серии надо выкашивать этого чувака. Да, серии. Сказанул. Вот вечно против двоих приходится бахать, пацаны. Судьба у меня такая, что ли? Там уже 3-2 четверки. Ну, по крайней мере, двойка отваливается, это уже хлеб. А так, ну такое разочарование вообще. Так, танки мои, там танки, где? Танки, 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 танки. Какие же немедленные. Танки едут, еще один. Будет танкостек. 4 машины. Сбить кобру. И может купить кишем на центр. Танки, 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 где вы там? Вперед! Мне нужны танки. Уже Брэдлики приехали. Не хватает команды, не хватает. Там два чувака уже работают. У нас пока просадочка в этом плане пошла. Можно было оставить Иван, сконцентрироваться на дельте, на центре Федоре и помогать. Ай, началось колхозье утро. Так, одну 72-ку налево, одну 72-ку направо. Тут все еще ПТУР есть. Надо докупить ЛСТРщика. Да хорош ты уж, вылети уже. Не порти топ-катку. Пацанам. Лол, немец просто не пришел на перестрелку. Нифига себе, немец не пришел на перестрелку. У немца, между прочим, было 2-2 четверки, 1-2 пятка. А кто еще не пришел на перестрелку? У меня было меньше танков, чем у него. Немец, говорите, не пришел. Блять, ебланский этот вертолет мне все высвечивает, очень сильно мешает. Хорошо, минусом.
Пал собака сутулая. Пал. Ланг. Нужна серия, без серии не справлюсь. Долбирать танки быстро и радикально. Пока гусеница потеряна, лучше не стреляй вообще ни по кому. Не прошел я до Дмитрия, хотя бы так пробился. Великий Братский отбивает налет трех тапов. У тебя все, механ. А это ОВД был настоящий. Натуральный, вот этими самыми руками УВД выращенный. Приезжаешь против 2-5, 2-4, забираешь зону на изейших. Приятного аппетита, Фальконер. Видал, сколько там танков? Три леопарда, у меня два. 72-х. Слева какая-то кринжака происходит. Чуваку бомбардировщика не хватило, чтобы все это перебить. Одного. И вот здесь, вот тут два раза не попал 72-ка. Один раз по 72-му, вернее по 24-му. Один раз по гепарду. И один раз его разведчик попал по моему в бортину. Я дальше не смог пройти. Привет, Владимир Соловьев. Как сам? Йоу. Это ужасное произошло на Чарли. Там столько мяса было. Всего лишь два стека, один саперов, один ВДВшников. Сбрили все это мясо бесконечное. Лево каша. Один тащит пехоту, другой тащит пехоту. Только у одного это Navy Seals и Дельта Форса, а у другого это потеря очков. Я чихну. Ай. Прохладные темы лечишь. Хорошо. Он же по времени трансляции идет. Да, думаю, я еще одну катку успею. Поддержку нового видоса, который выйдет после стрима. Это будет самый лучший видос. Пока что в этом году. Я на него целых почти 15 минут потом. Может, чуть больше. Ну башим, но башим. Я уже говорил неоднократно, с нубами играть, более слабыми противниками играть надо. Не всегда, но периодически надо обязательно проверять. Так ли хорошо подрастающее поколение?
Но и с более сильными чуваками тоже надо играть обязательно. Хотя бы для того, чтобы отлететь и посмотреть репку. Я хочу что-нибудь прикольное замутить. А что-то пока ничего не клеится. Погнали. Есть. Раз, два, три. Четыре. Есть. Что это такое, пока выходит? И надо будет антирадар купить или истребитель. Пока не знаю, что. Цель. Пофаниться. Вроде твой союзник на бас. Ну сейчас посмотрим. У него 60%. Я не знаю этого чувака. Хороший он или плохой. Встречался с ним в одном лобби, но ничего так и не понял. Сейчас посмотрим, разберемся. Бас, а не дубас. По-моему, хуже первого союзника никого не будет, который в мои кварталы занимал пол игры. Потом ливнул. Что-то ты знаешь, Бисмарк. Только не знаешь любви. Ха! Фига я тебя прям. Фига себе как жестко, а? Просто взял и унизил. Всех нубов наизусть знаю, говорит. Могу только посочувствовать, чел. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, чуть не накупил какой-то херни. Ладно.
Оп. Да. Гори, моя звезда! Гори! Дотла. Все равно не убью. Патронов сум. Патронусов не хватит. Еле выговорил. Лично. Паракашем доставать, что ли? Да, по сути, получается пора. По сути, да по сути. Пора. КШМки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, страшно-то как страшно. Четыре мардера. Целых четыре. Не два, не полтора, а целых четыре. Так, здесь. Сюда. Мардер как-то эти давить сраные. Там уже стоит какой-то девчина. Чё кашаем? Высадить это, облететь. Тут бы неплохо было бы девку и поставить, пока денег нету. Пускай самолет побаражирует сбоку. Там на миникарте буду отсматривать. Просто раздербанил. Американец даже не стал переправляться. Ну вот он, союзник, пришел, забрал Чарли, увидел, что происходит. Полез на центр. Чего так не знаю? Так, еще КШМ на двойку. Тут уже все стоит, сюда я вытащил, значит, тогда сюда КШМ. Да? Нет, мне танк нужен. Мне нужен танк. Опа, вертарашек. Отлично. И сюда еще КШМ докуплю на центр. Поставить его, допустим, вот сюда. И такие, а мы победили. А нам похуй. Здесь, я думаю, уже никаких изменений не будет. Вертушки надо срывать.
и куда-то перевозить. Пока не понимаю куда, как будто бы направо. И делать полный вертораж. Но я, с другой стороны, не хочу оставлять зону без присмотра. Вдруг там какая-нибудь вот такая хэ поедет, а я типа не готовый. Все, кушаем пошла. Все, будем банить респ. Банить, ебанить. Ха! Кто мастер рифмы? Я мастер рифмы. Я не успеваю, к сожалению, ничего сделать. Плюс 8. Все-таки как-никак. Ой, у вас все боты Wargame. Вот все боты. Вот кто бы старда не выиграл. Все боты. 3 минуты не выиграл. Командоси не лучшее решение. То, что Нубашер, поверить, конечно, проще. Какой-то душный Бисмарк. Вот какой-то душный. Сейчас пойду форточку открою. Одна открыта, еще одну открою. И это не так. И это не этак. Вот как с тобой быть, Бисмарк? А они волю потеряли, поэтому и не пытаются. Мы их так морально или аморально подавили, что они даже перестали сопротивляться. Оля! Надо хотя бы увидеть, чтобы снять. Все, кошемки нету. И теперь делаем... Новый респ. Новый. Нехуёвый. О, нет, он высветил мне целый БМП-2. О, боже мой, нет. Какой ужас. Смотри, Бисмарк, я же показывал стату чуваков. Куль ты доебался? Да ну, Башар.
Чуваки вчера игру купили. Чел, 58. Видимо, правда, нубаша. Все, нудишь и нудишь, нудишь и нудишь. Да, нубашер. Иногда надо. Иногда можно. Скачай, скачай Wargame. Качай и прилепи себе на стену. Пускай будет у тебя на стене. Приходит тебе девчонка какая-нибудь. Такой, о, смотри. Вот, буду как он. Это китайцы, у них у всех красный пинг. Если что, я просто ливну. А не. Ты чувака с красным пингом, забей. Просто забей. Какой смысл заходить, что потом ливну? Да, вот они, пацаны из моего видоса. Вот этот первый. Ладно, котик, давай к тебе заскочим. Возьму одно из самых дерьмовых дек. Фракций. Что-то там странное происходит. Какие-то компы непонятные. Да, пацаны, вы в телевизоре. Погнали. Опять у всех красный пинг. Не ссы, чел, и ты тоже попадешь на телевизор. У нас саппорт. Надо играть аккуратно. Да. Пассивно, от обороны, все в таком духе. Так что вот. Это так, это так. Дальше. Обязательно. А? Ага. А-а-а. Только не отсюда я поеду, а отсюда. Дэм. Туда поеду. Поинтов много, инкам высокий, меньше двух тунгусок брать считаю. Нет.
И смотрим, что саппорт вытащит. Потому что если он вытащит буки ультралычкованные, мы на коне. Если он вытащит залупу и будет ей махать в воздухе, то мы не на коне. Вчера я от союзника своего материл, наверное, Бисмарка. Пришел грот, кинул, слил землю танки, и мы продолжим два самать. Значит, было за что. А чё это, Бисмарк, скинь мне этот тайм-код. Я посмотрю, как он тебя материт. И ссылку с тайм-кодом. Крбумнт ккркне. Ккскре. Да, крбунт ккрскне. Чуваки рофлят. Да, чуваки рофлят. Так, что у нас здесь? Нифига нету буков, да? Хорошо. Лохи. Лохи. Варман. Вармана помню. Да, Вармана знаю такого. Привет, кстати. Забанили, потому что он тебя любил на стриме. Понятно. Максимально странная, конечно, развертка с нашей стороны. Вообще не пойму нихуя. Ну ладно. Чисто пофанимся. Раз уж пацаны все равно меня узнают. Лох. Иван. Иван, привет. Иван как сам. О, Стримопалыч пошел. Стримопалыч. Челы знают, по какой дороге мы поедем. Стримопал. Стримопал, ты меня называл. Похоже, это эти чуваки на самом деле. Из Дискорда НБК. Там, как правило, такие тусуются. Так, это сюда, это сюда. Так, тут у нас что? Вроде все целое. Ой, замечательно. У нас саппорт. А, подожди, у нас саппорт с одним фобом. А. О. Бля, чел, ты рофлишь. Ты просто, блядь, рофлишь надо мной. Так, а я не буду фельдмаршалом варгейма. Никогда не буду, Иван. Ты о чем? Какой фельдмаршал варгейма? Пам-пам. Не, не, ты рофлишь. Лучше просто скажи, что ты рофлишь. Меньше проблем будет. Я не знаю, как ты будешь кормить нас двоих на арте. Но кажется, у тебя проблемы, Варман. Варман,
Где еще разведчик? Вот он. А это тоже не рофл, да? Пора немного подспамить, я считаю. Правлёр, слушай, чуть не наебал. Так-то, если подумать. Я купился. Прям по-серьёзски купился. И туда еще арта полетела. Нам кэшемки нужны. Чуваки, хули вы творите, блять? Купите кэшемки, чуваки. Да хули вы творите? Вы рофлите. Вы просто надо мной поугарать зашли. Да, выкупаю сразу же сюда сивишку. И как-то... Да, как-то прям так вот получается. Без сивишек. Ну, прям плохо. Откровенно плохо. Откровенно-преоткровенно. Как голый пистолет. Ха! Лох! Так, это срочно сюда. Спамыч приехал. Блес, заходим. Сюда заходим. Это обходим. Респер разбит. Опа, здесь еще есть какие-то чуваки. Еще есть какие-то чуваки. Это поставить сюда, вытащить новую. Ага. Выключить, подвинуть ближе. Каталик выжил. Тунгуски не вижу. Кстати, тунгуски потерял, сам того не увидел. Да, тунгусок нету. Пацаны, даю награду. Огромное спасибо тому, кто найдет мою тунгуску. Две тунгуски. Чадик, я знаю, вы знаете. Куда пропали тунгуски, расскажите мне. Проверка завершена, к вылету готовы. Ну, получается, лохи. А, вот эти кассеты тунгуски убили. Вот они. Понятно. Бэм, убил. Все, убил, нету кэшемки. Так, здесь хорошо. Теперь тут.
Чел докупает кэшем. А. Вперед надо идти. Подождем, может, саппортом спама привезет или еще какая-нибудь магия случится. Магия хуягия. Это не я убил. Это они сами сняли. Если шо. И еще мне нужна тунгуска. Есть для нас приказ. Да, надо артить. Нам на базе кэшем убили. Офигеть, не стоит. Офигеть. Опа. Не достаю, чуть было опять не закосячил минометом. А, кстати, у меня бэхи едут. Я под бэхи могу это все сделать. Остановить и с бэхами, с четырьмя, наломиться. И пускай там тратит туры и всю херню. Так, так. Спама. Так, раз, два. И под бэхами можно будет проходить в перде. Даже отступить надо. Там два пятка приехала. Да, хорошо, что я не наломился. Мог бы там и отлететь спокойно. Так, баба, ну что, поехали выцеплять по частям. В этом еще можно закинуть, допустим, М-ку. Не вижу цели под М-ку. Бомбер бы, бомбера нету. Так, поехали, потурить. Зачем я с такими лохами сел играть? Сам не знаю. Такие лохи. Да. Будем считать, чуть-чуть не хватило. Кстати, а что произошло? Там же хватало времени. 15%. 30 минут это читерство, 40 должно быть. Нет, что-то я реально выпустил. На 10 минут все дошло наконец. Дошло. Да. Чуваки из моей команды тоже не поставили кэшемки. Я на них так рассчитывал, так рассчитывал. На 300 поинтов в 10 минут. Так они такие настройки поставили. А как они такие настройки поставили? Вот в чем вопрос. Я не обратил внимания. Пацаны легчайшие. До респа катятся там минут за 15. Чтобы не сдохнуть, ставят 10 минут. Плохо. Очевидно, чуваки из сервера НБК. Стримопалы, нубы, леворукие и долбоебы. Ну ладно. Ладно.
тел вообще даже не сопротивляется. Отлетает только в путь. Так мы и так победили. Бармен. Мы и так победили, хули. А так? 10 минут ставить, 5 минут ставить. Какое? А вот на этого смотрю, парня, он вообще никакой. Просто никакой, даже не двигает юнитов. Варман, мягко говоря, ты не сыграл никак. Тебя не было в игре. Только я плохо сыграл. Тебя не было в игре. Я все смотрел краем глаза, как там за рекой тусуешься. У тебя нет фобов, у тебя меньше, чем у меня арты. У тебя нет в бою, то есть, ну ты как бы и не сыграл. Этот чел. Чел. Ладно, было забавно. По времени уже. Пора заканчивать. Черт, еще одну успеваю катну. Еще одну успеваю катну. Ну пошли к G-Drive заловимся. На совке. Я тунгусок тебе понаставил. Не заметил. Не заметил, Хим. Тунгуски где-то были там, где меня они. Вот. G-Drive микса кикает. Завидует не иначе. Не суди строго, мы по 50 часов челики. Вы по 50 часов челики, когда вы по 50 часов челики, а не когда вы ставите непонятные условия победы, а потом еще и артите по стриму. Это разные вещи. 50 часов и делать какую-то грязь. Очки люто играли как могли. Это не игра, это рофл. Это был просто, пацаны, рофл. Порой порофлить прикольно, но игру это назвать нельзя. Щит воздушный. Идет. Порта. Да. Не, Варман, ты немножко не так работает. Ты приезжаешь и начинаешь воевать. А дальше там ты саппорт, неважно. Когда ты приезжаешь и воюешь, тогда все в порядке. Тоже с Йоки спамер без гадками по 10. Да, G-Drive, ты хейтер. Личный хейтер микса. Саперы, кстати, в лесу твоем хорошо пожгли. Какие саперы? В каком лесу? Какие саперы? Ты о чем, Варман? Я не видел саперов. За рекой, наверное, были. Ну, за рекой забрал. За рекой воевать не надо. Полноценно на все поинты. Ha 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 ha.
Микс опять прокрался в игру. Коварно. Не говорите G-Drive, то он не видит. Я его сам сдал, черт. G-Drive теперь тоже получается стримопал. Варман, когда ты приезжаешь на зону воевать, тебя видно. Тебя прекрасно видно. У тебя армия на зоне. Армия на зоне, которая носит урон. Когда у тебя армии на зоне нету, и никакой армии вообще нету, это тоже видно. И тебя нигде не было. Ну а переубеждать тебя, я, если честно, не очень хочу. Ну, был на флангах и был. Я здесь при чем? Ну пусть был, ладно. Как научиться играть бустер? Сначала смотреть других чуваков. Причем желательно смотреть каких-нибудь топанов. Один на одинных, очень жестких. Можно смотреть при этом, если найдешь каких-нибудь средних игроков, сравнивать то, что ты видишь здесь, и слабых. Сравнивать то, что ты видишь там. Ну и запоминать, мотать себя на ус. Использовать то, что ты видишь на стриме. В основном смотреть. А потом будет проще вникнуть. Вот недавно Бисмарк отыграл. Бисмарк, когда там на саппорте был? Отыграл на скандинавском саппорте. И отпиздил меня в полевой битве. Мою элитную деку. Вот, вот это вот игра на саппорте. Он взял саппорт и отдубасил. Алтфронтовцы. Как бы, да. Где все? Все ушли за Клинским. 1331 человек. Ни игроков, ни дек, ни любви. Надо бутер съесть по этому поводу. Мне уж не терпится выпустить новый видос. Все посмотрели и охуели. Что за хуйня, блин? Ну, после стрима. Стрим закончит можно раньше. Может, даже эту игру не будет играть, если она быстро не запустит. Не надо Вармен бояться, надо просто брать и играть и ждать. Зашел, победил, проблемы нету. Что там? Так а что там, говори уже. Такая это лучший видос с года. Не стрим, а именно видос. Лучший, потому что единственный. Сейчас G-Drive бомбанет, кажется. Нет, не бомбанет. Эти умоляюки, все знают, как бустар горел на тень. Хорошо, давай Варман одну каточку. Если тебя Бисмар, если тебя G-Drive, пусть. Нет, G-Drive не пустит. Имеет право, с другой стороны. Имеет право. Не пускать в катку ВДшного саппорта. Чай на обшивку порезал.
прощайте меня. Уже снять. Ну ладно. Да, все разбежались. У G-Drive мечта создать команду и мочить стримеров. Тебе G-Drive сказал? Да блин, G-Drive, давай собирай быстрее, мне уже свалить хочется. Собирайте катку еще минут 20. Он Бисмарк скоро придет. Я через 20 минут уже планирую быть далеко отсюда. Но мы еще даже не запустились. Ну, Вармен, могу сказать оправдание G-Drive, что он вполне имеет право забанить чувака, который будет руинить катку. А у ВД саппорт это чистая воды руина. Каждый имеет право на хорошую катку. Это еще Жан-Жак Руссо говорил. Между прочим. Когда они один на один с Рене Декартом. Старик Шпиль. ПВшник. Понятно, Варман, понятно. Да, получается, пострадал ни за чё. Говно карту поставил. Сейчас вот совком буду ебать. Ой.
Понять не могу, как мне развернуться получше. Сейчас что-нибудь придумаю. Ну, понятное дело, Джедрай слушает. Я помолчу. Но вот что сюда привести, я не знаю прям. Лучше поступить. Так, Птурчик сюда, допустим, да? А сюда, да, ПВОшку накинем. Это карта капитана взял. Красавчик, Бисмарк. Красавчик. Не хочу раскрывать своих планов. Знаю, что Джедрай слушает, скорее всего. Не то чтобы я был против, но хотя бы там развертывание сохранить в тайне. Хотя бы. Джедрай слушает, а Йоки еще и смотрит. Стрим опал, получается. Беру двойку. И потом пойду по лесу. По левой стороне. Сюда, например. И тут аккуратненько подцеплю их. Да, кажется, без палева. А то они сейчас выставят здесь деф. Блин, КТшки не хватает. Ми 8. Чтобы вот это вот закрыть. Сука, едет. Да, я собой горжусь. Теперь у меня будет два респа. А у Джедрайва ни одного.
Денег накоплю, куплю второй фоб. Так, ШМ, то есть вторую. Да, не хватает маленечко. Союзник что-то не рубанул, в чем прикол. На полном серьезе там воевает. А мне прям капельку не хватает. Хорошо, цепил. Йоки, молодец, реагировал правильно, но немножко с опозданием. Чуть-чуть тактическое унижение. Да нет, просто фан. То есть и так понятно, если вертораж удался, что это победа. Бросок монетки. Чистым бросок монетки, по сути. Никак не стрим опарить. Оп, захвати. А то он палит юниты. Да, я забыл, что он палит юниты. Спасибо, что подсказал. Спасибо всем за игру. Спасибо, Йоки. Спасибо, G-Drive. Я собой горжусь. Самого G-Drive за вертарашил. Самого Йоки за вертараш. Ну, что могу сказать. Будет тебе наука, Йоки. Этот фланг надо прикрывать. Посмотри реплей. Как близко я к тебе пролетал. Там ты мог все это зарегонить одной коброй. Знаю, что тяжело. Знаю, что дорого, но... 23% и 1. Кстати, правда, а как далеко фоб видит? Как далеко видит фоб? Вот эта кобра есть. Она почему-то ничего не увидела в итоге. Угу, сместился. А чё, в чем проблема? Ты же все видел. Тебя рейнджер все спалил. Просто не среагировал. А фоб ничего и не видит. Это уже Роланды высвечивали. Пешки. Не, фобы не видят. Только если над ним прям пролететь. Денег не было на дапы. Надо орать. Надо заставлять G-Drive что-то покупать. Ставить маркера панически. Денег не было на дапы. Понятно. Да, все, что они видели, палили минометы, Роланды. Шемка потом видела на двойке. Я бы поспорил насчет одной чапорали. Как раз американцы частенько одну чапорали берут. На остальное денег не хватает. Но это уже ладно, это мелочи жизни. Ладно, парни, давайте заканчивать на сегодня. Сейчас открою доступ к видосу новому. Хочу посмотреть, сколько будет там просмотров и порекламить. В общем, всем спасибо. Всем завтра стрима не будет. Будем послезавтра еще пахать. Может даже генгать нубов.
Да, мы любим гангать нубов. Пока, до скорых встреч. Люблю, целую и прочее.